Русский корабль! Привет, мы из Украины. У нас объявление для Русской Федерации. В Харьковских лесах завелась группа волков. Она очень голодная. И она охотится 24/7 за русскими свиньями. У волков очень острые клыки для русских свиней. А для кадыровских ослоебов у нас есть шайтан-труба. Рамзан, дорогой, мы тебя ждем. За твой котелок наша держава обещает землю и дом. Для наших украинских детей мы сделаем санаторий. Так что мы тебя ждем. Помоги украинским детям. Героям слава. А всем побратимам удачной охоты. Доброго вечора, ми з України. Слава Україні!